Регионов, 12 регионов, все это действительно удивительные города. Казань только что, я рассказал свой кейс вам, и Ростов, я национально рассказал о себе. Но помимо них еще вы сможете увидеть, ваш клиент смог увидеть 8 российских городов, самых разных, с древней повторимой культурой. И сейчас, сидя здесь и слушая коллег, я подумал, что, например, Калининград, может быть, совершенно уникальная дестинация для ваших клиентов. Даже если сборная Германии там не будет играть, это вы прекрасно знаете регион Восточной Пруссии. В 45-м году несколько миллионов человек было оттуда репатриировано в Германию. Но многие захотят вернуться, в том числе посмотреть на матчи, побывать у себя на родине своих предков. Очень перспективный тоже регион с точки зрения туризма с Германии во время чемпионата мира. Кубок Конфедерации, 4 города, Санкт-Петербург будет главным из них, он примет матч открытия 17 июля, и финальный матч 2 июля. Надеюсь, что там будет играть сборная России, будет играть сборная Германии, пока неизвестно. Это наши участники, это все чемпионы континентальной конфедерации, не зря конфедерация называется фестивалем чемпионов. Сборная России, которая квалифицируется априори, Германия чемпион мира, Чили чемпион по футболу Южной Америки,